В скором времени состоится семинар, который называется у нас «Пятидневный онлайн-курс практикум. Эволюция семейных отношений. Новый взгляд на проблемы их решения» от Андрея Дуйко. Раскрытие семейного потенциала. И что же будет там, и что необходимо знать, нужен вам этот семинар или нет. Сейчас я вам об этом скажу. Дело в том, что у людей, очень часто появляющихся в семьях, и в семьях, которые живут, появляется ряд каких-то проблем. Эти проблемы, они значительные, незначительные. И человек в целой семье не может разобраться. Вы знаете, даже когда, вот допустим, недостаток общения. Вы знаете, что очень часто мужчины с женщиной начинают жить друг с другом, и у них нет общения. Почему? Она целый день дома, допустим, у нее там подружки какие-либо, у нее там свои задачи, парикмахерская и так далее. Он зарабатывает деньги, у него там работа. Там, когда он домой приходит, он поел, обнял свою жену или не обнял, там словом каким-то, он не может уже разговаривать, потому что устал. Она не хочет, потому что ей неинтересно слушать о работе и продаже там чего-либо. Ну и это все сталкивает людей с тем, что они живут в обособленном, каждый в своем мире. Она живет в своем обособленном, ей нравится, допустим, ему нравится футбол, ей нравится там вышивание макраме, ему нравится там общаться и смотреть видео про автомобили, ей при этом нравится там о детях и так далее. И это все приводит к тому, что они в дальнейшем перестают общаться, если добавить еще там обиды и так далее. С чем это связано? Обычная философия, она говорит, или психология людей, она говорит, что можно найти паттерны, найти гештальт или закончить гештальт и закрыть гештальт. Или там найти первопричину, ее устранить и так далее. Астрология, как бы в эзотерике, говорит о том, что есть нити. В нумерологии говорит, что там по цифрам не попадают. В космологии говорят о том, что звезды там неправильно на человека влияют. Там кто-то что-то имеет, какие-то гипотезы. Там чакры не так работают друг от друга и так далее. Так вот, можно психологически изменять. Можно философски изменять человека или отношения в семье. А можно изменять эзотерически при помощи определенных обрядов, влияния и на звезды, и на отношения. Я вам рекомендую пройти мой семинар в случае, если у вас сейчас есть недостаток общения, различные финансовые взгляды, проблемы воспитания детей, неравенство в домашних обязанностях, сексуальное несогласие, ревность, разные взгляды на отдых, развлечения, проблемы с тещей, свекровью, различия в религиозных взглядах, непримиримые различия в ценностях, несовместимость характера, отсутствие доверия, вмешательство в пространство лично, нарушение границ, проблемы с алкоголем, наркотиком, недостаток эмоциональной близости, разная сексуальная конституция, измены, несогласие по вопросам питания, различия в образовательных условиях, один себя считает кем-то, другой считает подавленным, доминация, кто-то альфа, кто-то бета, кто-то азм, есим, омега и альфа и омега. Различия, это и называется образовательного уровня, давление социальных норм, разные взгляды на здоровье, разные взгляды на родителей, неспособность прощать, агрессия, страхи, отсутствие уважения, хамство, количество времени, проведенное на работе, трудоголизм, проблемы с родственниками, конфликты из-за друзей, различия воспитательных, стрессы, поддержка, разные взгляды на отношения, несправедливость в семейной сфере, проблемы с самооценкой, контролирующее поведение, пренебрежение нуждами партнера, отсутствие личного пространства, разные цели в жизни, проблемы со здоровьем, чрезмерная критика, домашнее насилие, проблемы с психическим здоровьем, постоянные ссоры, разные взгляды на семейные финансы, конфликты из-за внешности, проблемы с интимной жизнью, неудовлетворенность браком, неудовлетворенность интимом, не знаете, как расслабиться с близким, потеря близости, сексуальной близости, душевной близости, духовной, скрытые эмоции и чувства, разные культурные взгляды, отсутствует романтика, недостаток времени для отдыха, разные традиции и столкновения, проблемы с долгами, проблемы с обстоятельствами, старение, изменение внешности, комплексы, бесплодие, проблемы с потенцией, проблемы с либидом, семейные секреты, тайны, извращения, нервные, неравные вклады в бюджет, взаимное непонимание, излишняя зависимость от одного партнера, бесконечная маниакальная влюбленность, контроль, разные взгляды на традиции, издевательства, ссоры из-за животных, животные, разные ожидания от брака, конфликты из-за детей, непослушные дети, боящиеся дети, стрессующие, не знаете, как реализоваться самому, детям, мужу, нет денег,
сравниваете с кем-то, страх перед изменами, стрессы на работе, разные планы на будущее, отсутствие совместных интересов, постоянная усталость, конфликты привязанности, совместимости развлечений, пренебрежение чувствами, совместные проживания надоело, несогласие с вопросами внешнего вида, проблемы с отцом, со сном, с женой, с тещей, свекрухой, братом, друзьями, родственниками, кого-то бесконечно, кого-то там пастора слушает, привязанности, сектантство, потеря общих друзей, обида, обидчивость, недостаток близости, духовной близости, недостаток доверия, подозрительность, питание, диеты, скучающие отношения, экология, там ссорит, психические заболевания, физические, карьерный рост вместо дома, личная гигиена и так далее. У вас и у близких это все решается, если человек использует и может поработать и проработать свою семью, себя вместе со мной. Таким образом, работа будет идти таким образом. Вы дадите все, кто участвует в вашей семье. Напишите это на листочках. После этого я буду работать днем с вами. Когда будут занятия заканчиваться, буду проводить обряды с каждым из вашей семьи. И вечером буду вновь работать с вами. Что произойдет? Семья станет дружной, теплые отношения улучшатся. Повытягиваете все, бред этот весь повытягиваю, когда, допустим, мужчина там думает все время о другой, не любит свою, хочет уже уходить. Вот расскажу, как сделать так, чтобы не уходил, как сделать так, чтобы приходил, как сделать так, чтобы любил. Расскажу, как вести себя, как сделать так, чтобы нравиться, что говорить, что такое сексуальность и так далее и тому подобное. А потрясающий, огромный пласт информации, где я буду вас утром или вечером обучать. Вечером будем это все вместе применять. За это время мы помолодеем, похудеем. Я расскажу, что кушать, как питаться, как худеть, как помолодеть, какие практики выполнять. Проведем медитации по омоложению, похудению и так далее. Все великолепно, быстро, мощно, мега офигенно. Приходите, будет очень интересно. Почитайте лендинг, интересный семинар, пятидневный семинар, который называется «Эволюция семейных отношений. Новый взгляд на проблемы их решения» от Андрея Дуйко. И актуальные наболевшие вопросы семьи, который станет ключом преобразования всей вашей семьи и ваших близких. И там я буду об этом рассказывать. Укрепить связи в семье, преодолеть проблемы, повысить уровень благополучия, найти гармонию в отношениях с детьми, управлять эмоциями, повысить материальное благополучие, улучшить физическое здоровье, навыки построения доверительных отношений, использовать эзотерические методы для решения семейных вопросов, понять, применять методы улучшения семейного бюджета и так далее. Одним словом, огромное количество не только информации, а эзотерики, обучающих систем, обучающих методов, которые я обычно в эзотерической школе даю, но не особо расширяюсь в этом направлении. Таким образом, появилась идея создать вот такой мини, можно сказать, мастер-класс, где я буду утром общаться, в течение дня работать и вечером завершать тоже совместной работой. Таким образом, мы попробуем это совместно, все совместно сделать. Ну и можно ли присутствовать людям, которые не в эзотерической школе Кайлас? Несомненно. Можно ли участвовать двоим или троим супругам, там, и детям, и находиться перед экраном? Можно. А можно не находиться? Можно. Это не имеет никакого значения.